Растет число жертв террористической атаки в Дамаске. По данным МВД Сирии, в списке погибших уже 76 человек. Ранения получили 110. Все произошло в густонаселенном квартале города. Там находится мечеть, рынок и остановка общественного транспорта. Сначала взлетел на воздух заминированный автомобиль. Практически одновременно подорвал себя террорист, находившийся в рейсовом автобусе. Третий взрыв прогремел через несколько минут, когда люди стали собираться, чтобы помочь пострадавшим. Сообщается, что среди погибших много детей. Один из взрывов произошел около школы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная во многих странах, включая Россию.